схватился за нож в разгар пьяной ссоры. 47-летнего жителя села Быгичень Хынчешского района доставили в больницу с ранением груди. Он распивал алкоголь с односельчанином, затем оба легли спать. Спустя некоторое время мужчина проснулся и якобы начал избивать собутыльника. Тот спросонья схватился за нож, чтобы защититься. Пострадавшего госпитализировали в институт скорой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства дела.